Всем привет! В находке купили вот такие вот ножницы, потому что у нас на участке я оставила ножницы. У нас там гвоздик повешала ножницы, и их украли, ножницы. Так, и взяли вот такую футболочку. Тоже это в находке. ХБшная. Знаете, сколько стоит? Вот, ценник. 249 рублей. И сыну взяли футболочку. Маечка это. Это мы ее взяли в фикс-прайсе. По 99 рублей. Шорты уже высохли. И в фикс-прайсе взяла себе шорты. Вот такие. Не знаю, как раз мне будут или нет. Материал футер. Хорошо связочками. Потому что мне мои старые шорты большие. Я похудела, они с меня сваливаются. Я их вот так вот взяла. У меня там резинка. Я с этой стороны разрезала, подтянула ее и прошила. А Денис купил себе машину вот такую вот. Это держатель для телефона и для мелочи. Это фикс прайс мы взяли. Зашла у нас там недалеко от Оранжа есть магазин. Мы там купили баклажаны, помидоры негритята купили. Крайнюю забрала соль йодированную. 17 рублей стоит. Так, это Денису. И в фикс-прайсе взяли вот такой набор контейнеров с крышками. 1, 2, 3, 4 штуки здесь. То наши уже совсем старенькие стали. И в Слате купили лаваш. А в находке еще купили вот такие сливки. Ну, мужики захотели. Мывашку взяла для лица. И соевый соус. Вот и все покупочки. Спасибо за просмотр. Пока-пока. А я буду мерить свои шорты. Тихо-тихо. Надеюсь, они разносятся. Смотри, Денис. Тихо-тихо. Все, что ли? Вот эти побольше. Купили в фикс-прайсе. Я надеюсь, ты это не будешь показывать. Буду. Почему? Почему нет? Да что за хрень-то, ну? Купил трусы, блядь. На следующий канал. Хорошие шортики. Все, что хотели, купили. Кстати, эти вещи и в находке, и в фикс-прайсе, они сделаны в России. Вот у Янки хлопок стопроцентный. Мы купили курочку и будем ее кушать. Все-таки взяла. Взяла эту краску. Взяла, потому что там не было больше другой. Без помощи. Ой, какая маленькая чашка, смотри, Денис. Вообще малюсенькая. Ничего, можно разогреть глаз. И, ну, не знаю. Ну, мне хватает, хватит вот этой чашечки. Ты думаешь, не слова-то? Нет, здесь, как, на, видишь, микроволновка обозначена. Вот она. Микроволновка. Даже... Ну, они идут 0,3, это вот самая маленькая, 300 миллилитров. Дальше идет 550 миллилитров, литр 100 и 2,300. Классные, ура, новенький. Город Москва делает, не Китай. Маленькая крышечка. Мне главное вставляется так друг в дружку. Удобно, место не будет занимать ног. Давай новый стиль обзора. Ты будешь обзор делать, я вот там с киносикалкой стоять вот на ней. Ну давай. Позе. Жди вот так, чтобы это
Она уже подкачалась. Будем, конечно. Там, не знаю, помидоры. У нас такие помидоры стоят 150 рублей за килограмм. Это помидоры, негритята. Томаты очень вкусные, но у меня на них аллергия. Всем приятного аппетита. Вот в новой тарелочке я сделала. Она слишком большая. Я ее помыла, конечно же, на два раза. Вот такой вот салатик получился. Всем приятного аппетита. Тихушку снимаю мужиков своих. Скрытая камера. Спалилась. Пока вы тут играете, я там женщине помогла сумки дотащить. Тяжелые. Мусор вынести чужой. На поверку. Ну. Я подумал. Да, ты что съездил? Что-то стол выцвел. Раньше был такой красивенький, зелененький. Нынче сэкономили, получается, на школе. И ребенку, так как он увлекается пинг-понгом, купили вот такую автоматическую сетку и набор. Ну вот эти вот именно. Ракетки. Ракетки. Гол забил. А почему он не подает? Ты все время. Под машину прямо. Как он полезет? Мы молчим. Последний подам. 10-4 последний. Шесть, двенадцать, тринадцать, восемь. Рябинка спеет. Какая красивая. Ладно, играйте, мужики. Идем.
мы идем купить, попить по магазинам, да? Куда? Куда? Ну, туда, где квас, наверное, разливной. Да? Да. И пиво? Да, квас в первую очередь. Какие красивые цветочки. И рябинка тут красивая растет. Купили попить квас. Две бутылки.